Готово. Микрофон. Погромче сделай. Ты, наверное, не слышал. Эй. Есть или нет? Нету. Инейров нету, ребят. Илюх, Леха. Есть. Должны быть. Все? Ну, по мониторке все. Вы в прямом эфире, в прямом эфире. Гламур – это первое. Видите, в конце что-то. Спасут любовь.
Скажи мне хоть пару слов. И они нашу спасут любовь. Спасибо. Прошу вечером. Да, он включен. Простите, да, с той стороны? Сейчас они будут, да, они будут. Все. Мы придем. Да, все. Важно. До свидания. Спасибо большое. Так, трансляция идет. Привет от Тани. От кого? От Тани. Оля, Оля, где дети? Оля, где дети? Давай. Мне руку. Как надо, прям отлично. Да. Наверх. Ой, извините, вам вниз, а мне наверх. Слушай, у меня такой сорванный голос, я в шоке. Нормально было? Ну. У меня прям треск легкий вчера на репетиции. Перестарался! Тихо, в отеле ехал. Да, на связи. Еще вызвать просьбу? Я пытаюсь зайти на сцену, а там я не буду зайти. Я на сцену как-то зайду. Где-то зашел. Да ладно. О. О. Давайте. Можешь не смотреть? На свой телефон. Он у меня сел просто. Куда сел? Не знаю. Гошан, ты на гитаре сегодня, да? Конечно, да. Саша, ты сейчас слышал мой голос? У тебя уже был? Да. Ну, хрипел, да? Хрипел. Хрипел. В стиле, да? Рока, да. Ну, хорошо. Рока, ага. Давайте, да. Ну ты заходи, если что. Ой, прости. Ладно, я побежал, мне нужно срочно домой, завтра да, поезд. Да. Я был с перископом из СССР. А, вот, да ладно. Да. А. Я погнал, спасибо. Где Димон? Он пошел. Димон, а сможешь поснимать ее журнала? Какого? Когда? А на русской я тоже. Не знаю. А можете зайти ко мне через директора или пиар-агента? Угу. Потому что я сейчас не могу вам ответить ничего. Хорошо, я обязательно напишу. Да. Ну почему мы ждем кого-то? Если у вас есть пустые ненужные коробки из-под обуви, просим вас приносить их в женский костюмерный цех. Нормально так. Не понимаю, трансляция вообще идет или не идет? Да где же?